Для меня историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета МГИАИ в свое время – это целая жизнь. Без малого 50 лет моя судьба связана с судьбой историко-архивного института. В 1972 году в качестве студента в МГИАИ я сразу же погрузился в атмосферу высокой науки, высокого профессионализма, прикладного знания. И никогда не жалею о том, какое образование я получил в стенах Московского государственного историко-архивного института. Меня окружали и преподавали мне высококлассные специалисты сразу нескольких научно-педагогических школ высочайшего уровня. Закончив вуз и со временем став директором историко-архивного института, мы прилагали максимум усилий, чтобы это замечательное структурное подразделение не потерялось в новом высокого уровня преподавания и знания Российском государственном гуманитарном университете. И сегодня историко-архивный институт РГГУ – одна из крупнейших и заметных частей Российского государственного гуманитарного университета. Историко-архивный очень заметен в науке, в архивоведческой практике. Он готовит специалистов сразу по нескольким направлениям, как в бакалавриате, так и в магистратуре. Готовит замечательных аспирантов, осуществляет повышение квалификации. Очень важно, что в последние годы возросла социальная функция специалистов историко-архивного института, его преподавателей и студентов. Вместе они стали авторами замечательных фундаментальных произведений по истории Отечества, мировой истории, по архивоведению, документоведению, международным отношениям, востоковедению, африканистике и многим другим направлениям. Я хотел бы сказать, что свой 90-летний юбилей историко-архивный институт встречает никоим образом, если можно так выразиться, не затерявшись в таком крупном, замечательном учреждение высшего образования России, как Российский государственный гуманитарный университет. Уверен, что коллектив историко-архивного института будет, твердо двигаясь вперед, продолжать замечательные традиции отцов-основателей, тех, кто стоял у истоков формирования этого уникального учебного заведения, а ныне структурного подразделения РГГУ историко-архивного института. Вот передо мной оригинал документа, который означал, так сказать, создание нашего историко-архивного института, датирован 3 сентября 30 года, подписанный Калининым, Рузутактом и Янукидзе. Все фигуры знаковые для истории. Что для меня Московский государственный историко-архивный институт? Ну, для меня лично это почти треть века жизни. Я не заканчивал МГИАИ, но я пришел туда старшим преподавателем, еще кандидатом наук. Я стал доктором наук в этих стенах. Я стал деканом в этих стенах. Сначала был замом декана. Я стал проректором, последним проректором МГИАИ по научной работе и первым проректором РГГУ по научной работе. Ну, затем я, как вы знаете, 10 лет был ректором РГГУ и сейчас президент. Поэтому, конечно, для меня это живое, так сказать, живая история. Но я хочу сказать, что это все-таки уникальное заведение исторического профиля, образовательного профиля, которое, конечно, не имеет аналогов и в истории нашей образовательной системы, да и всего мира, наверное. Я поздравляю наших коллег с этим событием. Я хочу отдать дань уважения и памяти многим своим старшим товарищам и учителям, которых, к сожалению, уже нет с нами, но с точки зрения их вклада в науку, в их учеников, они существуют, они действуют, они живут с нами. Мне кажется, что нам не только радостно отмечать этот юбилей, но у нас многое впереди.
И мы должны с честью, это, так сказать, понимая свою ответственность и понимая, кто, так сказать, на каких плечах мы стоим, это реализовывать в нашей дальнейшей работе. И я уверен, что МГИ или историко-архивный институт в рамках РГГУ, то есть добьется еще многих-многих побед и, конечно, будет всегда центром исторического, историко-архивного, документоведческого образования и в наших стенах, и в России, и в мире. Институт дал мне все. Во-первых, здесь я получил первые навыки работы, научной работы, отчасти преподавательской. Здесь я познакомился с одним из выдающихся и научился уважать одно из выдающихся человеческих изобретений, которое называется документ. Здесь я обрел свою любовь и семью. Здесь оказались мои друзья, с многими из которых я до сих пор поддерживаю отношения. Что еще нужно человеку для жизни? Достаточно. Интерес Натальи Ивановны Басовской, которая долгое время заведовала кафедрой всеобщей истории историко-архивного института, ее интерес к исторической антропологии, к личности, личности в истории, к внутреннему человеку, известен особенно в последнее время широкой аудитории по ее научным, научно-популярным и просветительским работам. В 70-е и 80-е годы огромной популярностью в историко-архивном институте, да, вообще во всей Москве, я не побоюсь больше, наверное, и известность во всей России приобрел кружок Натальи Ивановны, кружок истории древности и средневековья, КИДИС, который занимался, естественно, разного рода научными изысканиями, но одним из важнейших научных продуктов стали суды истории. Это чрезвычайно интересный исследовательский проект, в котором участники кружка выбирали какую-либо историческую личность, выбирали прежде всего по признакам ее известности и политического влияния, и осуществляли такой театрализованный, игровой и до некоторой степени даже музейный проект. Наполеон Бонапарт, Цицерон, Мария Стюарт, Елизавета II Великая, Тюдор, Алкивиад, Александр Македонский, Ришелье, Никола Макиавелли, Савонарола, Оливер Кромвель, Октавиан Август, Вильгельм Оранский. Вот далеко не полный перечень героев судов истории. Важно было, чтобы все участники судебного процесса, вне зависимости от своего основного научного интереса, приняли участие, прочитали документы, прочитали литературу и стали либо самим этим человеком, либо свидетелями, либо судьями, либо присяжными заседателями. Специально в костюмерных Мосфильма подбирались костюмы, которые подходили к исторической эпохе, когда жил данный персонаж, и суды эти были костюмированы, эмоциональны, воздействовали еще и на эмоциональную память. Хотя и, конечно, безусловно, вполне научны. И результатом этих судов истории становилось не только само действо, но и сборник, научный сборник «Зеркало истории». Две фразы «Алкивиад» – «Ты важен для нас» и относительно Макиавелли «За идеи не судят». Они означают, что все-таки главное торжество данных судебных процессов было торжество науки, торжество интереса к истории, торжество начинающих молодых историков, которые входили в науку и искали в ней свои пути. Тот кружок, с которым я близко был связан и потом его возглавлял, это кружок по истории СССР эпохи феодализма. Его основал в 1947 году профессор Новосельский Алексей Андреевич. В конце 40-х годов в институт вернулся Николай Владимирович Устюгов, который начинал свою педагогическую деятельность
в историко-архивном институте в 1939 году. Мы собирались часов в 6 или в 7 вечера после учебных занятий и слушали доклады. Доклады студентов. Первокурсникам было интересно послушать доклады старших студентов. Учились дискуссиям научным, академическим. Приглашали часто и ученых маститых, если у них была только что вышедшая монография, значит, вот ее реферировали и приглашали автора. И некоторые даже очень боялись участвовать в таких заседаниях, потому что язык был острый студентам. Николай Владимирович Чистюгов был исключительно человек научный. В том плане, что он, во-первых, обладал изумительной памятью, как говорили, что он всех крестьян севера знает по именам. Вот. И кроме того, он обладал педагогическим даром, который не всегда бывает. В общем, привлекал студентов и своей эрудицией. Собственно, это была хорошая школа, потому что приходили не только вот первокурсники, там, второго, третьего курса, но и аспиранты активно участвовали. Докладывали разделы своих диссертаций. Вот когда общались студенты и друг с другом, старшекурсниками, в этом общении, конечно, и кристаллизовалось, и научные знания кристаллизовались, и умение дискутировать, и кругозор был расширен до предела. Студенты первого курса, которые только приходили в кружок, ну, конечно, не все, а наиболее активные получали задание составлять протоколы всех заседаний. У нас историко-архивный был с первого курса научно-исследовательский, хотя это так не называли, потому что студенты имели право с первого курса идти в архив. И они работали зачастую над своими темами, начиная с первого курса. Получалась хорошая курсовая работа, затем дипломная работа, а потом кандидатская. Был случай, когда это и докторская часть какое-то время. Каждый приходящий в ВУЗ узнавал об этом кружке, конечно, в первую очередь на лекциях введения в специальность, которую читал, традиционно читал Сигуртотович. Для него кружок, конечно, это может быть одно из самых главных его жизненных достижений или то, что сопровождало его в жизни, потому что это была основа его научно-педагогической школы, воспитание будущих научных работников, педагогов, преподавателей, архивистов. А многие, конечно, люди, прошедшие эту замечательную научно-педагогическую школу Сигуртовича Шмидта, вспоминают об этом как одном из самых ярких в своей жизни событий, когда они были студентами историко-архивного института. И в этом смысле кружок, конечно, удивительный, легендарный в какой-то степени даже явление. В течение 50 лет регулярно происходили заседания во главе с одним и тем же замечательным ученым, педагогом и руководителем, который действительно придавал этому очень важное значение. Никто никогда бы ничего плохого не сказал на кружке, но ты знал, что это марка. Эту марку надо держать. И надо соответствовать этой марке. И, конечно, вот как раз Сигуртотович потом подводил общий итог этой дискуссии. И он никогда, он действительно поднимал студента до себя. То есть он давал ему шанс и понимание о том, что такое наука настоящая. Встреча поколений была очень важна. То есть старшие люди приходили регулярно на кружок. Тех, кого так и называли стариками. Но эти старики были, в общем, те, как правило, только что закончившие, в большинстве ставим. Это потом они действительно становились уже, может быть, почтенными учеными, член-корреспондентами. И вот эта дружба и сочетание настоящей подлинной науки и понимание друг друга, и общая теплота чувств, она очень важна была. И этим, наверное, кружок как раз очень отличался, как раз кружок Сигуртотович. Это были долгие заседания, то есть, так сказать, могли до 11 часов заседать вечера. Это, в общем, было разное. Иногда даже сложности случались, но, во всяком случае, молодежь знала, что кружок – это марка, кружок – это традиция, а традиции в науке – это самое важное. Сигуртотович эту традицию олицетворял, конечно, для нас, для всех. Мультимедийный
историко-культурный центр имени Кнорозова рад вас приветствовать на выставке, посвященной 90-летнему юбилею историко-архивного института. В нашей экспозиции вы можете увидеть подлинные фотографии, также архивные документы и очень интересные предметы, повествующие о разных вехах истории и развития нашего института. Особыми моментами в истории нашего университета, историко-архивного института, является период Великой Отечественной войны, бурные 70-е годы, которые отметились большим притоком молодой крови в науку, и также выделяются 90-е годы, когда на основе историко-архивного института и активов ВПШ на Новослободской был создан Российский государственный гуманитарный университет. И мы приглашаем вас посетить нашу выставку вживую в марте 2021 года на большом праздновании дня рождения Российского государственного гуманитарного университета и 90-летия историко-архивного института. К юбилею историко-архивного института научная библиотека РГГУ подготовила книжную выставку трудов преподавателей университета с конца 30-х годов прошлого века до настоящего времени. При подготовке выставки мы выявили в фонде библиотеки более 1200 монографий, учебников, учебных пособий, публикаций документов. Это только часть того научного наследия, которое было создано в историко-архивном институте. Конечный вариант экспозиции вошло около трети выявленных изданий. Это те книги, те публикации, которые, на наш взгляд, наиболее ярко иллюстрируют развитие научных школ и традиции преподавания историко-архивного института за период почти полного века своей деятельности.